В Люберцах прошел матч пари высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. На паркете Дворца спорта «Триумф» встретились команды «Газпром» «Югра-Дубль» и «Ульяновск Волга». За ходом игры наблюдала Луиза Егиазарян. Высшая лига чемпионата России по мини-футболу включает в себя 18 туров. Площадкой проведения 13-го стал городской округ Люберцы. Две молодежные команды борются за возможность в дальнейшем выйти в плей-офф. Первый тайм заканчивается со счетом 3-3. По таблице они, по-моему, на одну или две позиции ниже нас. По игре могу сказать, что счет на табло полностью отражает содержание игры. Очень равная игра. Посмотрим, что будет во втором тайме. Для команды «Газпром» «Югра-Дубль» этот матч домашний. Уже на протяжении нескольких лет она тренируется на базе Дворца спорта «Триумф». В составе 17 игроков, 14 полевых и 3 вратаря. «Газпром» «Югра» – это молодежная команда. Есть основной состав, есть вот молодежная команда. Мы молодежная команда. Потом 8 команд будет плей-офф, поэтому нам как можно больше надо выигрывать и выше занимать место, и тогда... Ну и ребята будут на позитиве. Мы работаем для того, чтобы психология победителей у ребят была. Исход этой игры тому подтверждение. Уверенную победу одержала команда «Газпром Югра». Во втором тайме спортсмены забили ворота противника 5 голов. Игра закончилась со счетом 8-3. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.